3 мая 2017 года. Все в природе уже проснулось, уже как бы и лето чувствовалось, 25 плюс. И вдруг на тебе, минус 3 сегодня, обещают до минус 10 в ночь. Вот кеда, снегу. Ну, сами посудите. Высота снега больше 10 сантиметров. Вот здесь на брусочках лежит снег. Вот. Больше 10 сантиметров. Вот идем по дорожке на участке, которые здесь есть огородные. Смотрим влево, смотрим вправо. Красота. Зимой не всегда такая красота бывает. Дальше идем. Вон банька. Банька сейчас хороша бы. А вот смородина. Кустики. Деревья плодовые. Почки на них уже проснулись. На кустах даже вон зеленые листья видно. Ну, посмотрим, что будет к осени ближе. То ли выживут, то ли нет. Вот это яблоня. Но на яблоне почки спали, так что, наверное, все будет в порядке. А здесь вот виноград лежит. Я его вчера укрыл пленкой. Так что трогать не надо, потому что под снегом он как под шубой. Вот высота снежного покрова. Вот она. Вот она. Вот. Вот. Ну или вот тоже. А толщина бруска 5 миллиметров, судите сами. А вот кедр. Ну кедр есть кедр. Ему ничего не страшно. О, красавец. Осенью одна шишка уже была. А вот вишня. Вишня, наверное, все. Она уже в прошлом году также поймала мороз. И летом сбросила листву даже. Вот здесь малина. На зиму я ее подвязывал, опускал вниз. Но потом, когда были теплые дни, отвязались. Но не подвязывал на проволоку. И, наверное, хорошо, потому что она вот сейчас согнулась и лежит. Пройдем дальше к реке. Вот они, кустики. Это моральник. Это моральник. Вон они цветы, вон они цветочки, вот. Ключ не взял, чтобы выйти за калитку. Вот она река. Река уже давно,
открылась, ледоход прошел. Вот так начинается лето 2017 года. А гроза уже была в апреле. Уже и гром гремел, и молния была. А то было в апреле, а сейчас в мае. В мае снег.